Всем привет! Сегодня расскажу вам о необычном продукте, системе защиты от протечек Aquastorage Expert, которая автоматически перекрывает воду в случае возникновения залива в квартире. Итак, давайте познакомимся с экспертом поближе. Система поставляется в такой вот коробке. Спереди мы видим изображение системы, как работает система. Все достаточно красиво и информативно. Давайте заглянем внутрь коробки. Что мы видим внутри? Инструкция, контроллер, он же мозг системы. Выглядит стильно, выполнен из приятной пластмассы, удобные большие кнопки открыть-закрыть, наглядная цветовая индикация. В общем, мне нравится. Давайте его откроем. Сделать это легко. Сбоку есть специальные защелки. Обратите внимание, что система работает на трех батареях типа С, которые можно купить в любом магазине. Срок автономной работы батареи 3 года. Проводные датчики Aquastorage Expert. Опять же, стильные, отлично впишутся в интерьер любой квартиры. Контакты датчиков позолочены, чтобы они не окислялись. Но сдать их в ломбард не получится, но, к сожалению, не заработаете. Так что, в общем, не обольщайтесь. В комплекте 4 таких датчика с разной длиной проводов. 2, 4, 6, 10 метров. В общем, хватит на всю квартиру. Так, далее идут у нас краны. Значит, упакованы они вот такую небольшую коробку. На ней же указаны характеристики и как устроен сам кран. Достаем кран. Выполненный он, видимо, из латуни. Увесистый, стенки достаточно толстые, но и достаточно компактные. В комплекте идут два таких крана, на горячую и холодную воду, соответственно. Также в комплекте мы можем видеть сетевое зарядное устройство. Но так как система работает от батареек С, она нам не понадобится. Так что, как вариант, можете использовать для зарядки телефона. Еще в комплекте идут два самореза для удобного монтажа. Спасибо производителю, что предусмотрел такой нюанс. Давайте подключим систему и посмотрим, как она работает. Подключаем краны. Хочу обратить ваше внимание, что все контакты на плате подписаны, так что ошибиться с подключением очень сложно. Вот так вот. Затем подключаем датчики. Делается все это очень быстро, легко, безопасно, потому что система работает без опасного напряжения 220 вольт. Напряжение в системе составляет всего 5 вольт, что абсолютно безопасно для вашего здоровья. Закрываем контроллер, сзади есть удобная прорезь для проводов, чтобы они не болтались, и все выглядело опрятно. Принцип работы системы прост. Вода попадает на датчик, датчик передает сигнал контроллеру, и тот, в свою очередь, дает команду кранам на перекрытие. Как вы можете видеть, система всего за 3 секунды обнаружила и перекрыла краны. Хочу отметить, что в системе Expert есть очень интересная фишка. Что она из себя представляет? Например, ваше домашнее животное перегрызло провод. Соответственно, если случится протечка, система никак не отреагирует. Чтобы этого не произошло, система имеет функцию контроля обрыва цепи датчиков. Давайте посмотрим, как это работает. Как видите, система моментально реагирует на обрыв датчика и автоматически перекрывает горячее и холодное водоснабжение, поэтому протечка не станет для вас неприятным сюрпризом. Но возникает вопрос, что же будет, если сядут батарейки и под рукой не окажется запасных? Чтобы вы не остались с мокрыми штанами, в систему устроены специальные источники бесперебойного питания, так называемые ионисторы, благодаря которым система сохраняет полную работоспособность в течение 1 часа и после полностью перекрывает водоснабжение. В заключение хочу сказать, что система Aquastorage Expert благодаря своему функционалу надежно защитит ваш дом от потопов и протечек.